Ну а с началом весны на первый план вышла тема подготовки к безопасному пропуску паводковых вод. Ленский речной порт в числе предприятий, которые активно готовятся к нему. Какие превентивные мероприятия там проводятся, смотрите далее. Каким будет очередной весенний паводок? Однозначного ответа на этот вопрос пока не даст никто. Но благодаря мониторингу можно сделать предварительный прогноз. Замеры льда – одна из мер, направленных на разведку ситуации. С начала года измерением толщины ледового покрова в районе Затонамурья занимаются специалисты Ленского речного порта. Раз в месяц они бурят поперек русла Лены 10 лунок на расстоянии 70 сантиметров друг от друга. Вот видите, мы лед бурим, это уже 15 лет я хожу сюда мерить вот этот лед. Первый раз мы вот в январе были, замерки сделали. Это вот уже второй раз, мы вот в феврале, лед где-то на 4-5 сантиметров потолще стало. Действительно, через 25 дней после проведения первого замера из-за отрицательных температур толщина льда в разных точках увеличилась. В отдельных местах разница составила 12 сантиметров, с 4 до 16. Но если сравнить результаты февральских замеров за последние 7 лет, то отмечалось ежегодное уменьшение толщины ледового покрова. Если будут стоять морозы, то мониторинг продолжится. В целом гидрологическую ситуацию на реке определяют разные факторы, в том числе снегозапасы и температурный режим. Сергей Борисов, Руслан Кириллов, телеканал «Алмазный край».